Женщина не как с сестрой. Поговорил, и вот мне она сестра. И когда ангел смерти снова придет за мной, она его будет задерживать до утра. И я ее сильно люблю. И это инцест. Она мне массирует шею и еще кое-что. Потом я не ем неделями. Кто после такого ест? Она же не женщина-фея, а божество. Она же так извивается, как змея. Иногда спит с другим, а иногда со мной. Она изгоняет демонов, говоря. Она убивает ангелов тишиной. Ну, вроде бы я в сексе, вроде бы я себе, вроде любви.